Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Fortress. И я думал, мы тут и погибнем. Какая большая тварь выросла. Осталось активировать антивирус. Идти в комнату центра управления. Это говорит все нам Тони, что ли? Протокол антивирус активирован. Теперь нам надо выбираться отсюда. Подняться на верхний этаж. По пути на верхние этажи мы не встретили ни одного монстра. В это сложно поверить. Мы победили. Теперь нам надо найти выживших. Покинуть секретный объект. На выходе из объекта мы заметили два человека в биоскафандрах. Возможно, это монстры. Они движутся в нашем направлении. Готовятся к стрельбе. Не стреляйте, мы живые люди. Опустите оружие, мы пришли вам помочь. Все хорошо, мы на вашей стороне. Так, либо опустить оружие, либо держать на прицеле. Давай держать на прицеле. Нам надо активировать протокол L145212. Весь отряд мгновенно падает на землю. Не переживайте, это был шокер. С вами все в порядке, ничего личного, парни. У меня приказ свыше. Укол снотворного вас немного успокоит. Сопротивляться снотворному, конечно же. Блок 24D. Нам нужно 7 криокамер. Без таймера на пробуждение. Заснуть. Ничего себе начало такое. Что это за место? Мне нужно осмотреться. У меня раскалывается голова. Так, приступить к выполнению. Что у нас тут? Кто это? Кликнул. И это якобы вот мы, да? Терминал управления работает стабильно. Система управления вполне стандартная. Сначала мне нужно справиться с головной болью. В одном из шкафчиков я нашел обезболивающее. Открыть рюкзак и выпить таблетки. Ну, кликнуть. Что у нас тут? Ага, вижу таблеточки. Мне уже лучше. Теперь давайте осмотрим терминал. По данным терминала, вся наша команда спит в этих камерах. Сначала вам нужно активировать режим пробуждения. Как только команда будет готова, я хочу знать, что произошло. Пробудить отряд и искать выход. Конечно же. Сейчас опасно идти. Нам нужен отдых. Мы устроим здесь временное убежище. Постройте генератор и обеспечьте энергией это место. Приступить к выполнению. Выбираем. Идем сюда. Что он будет здесь делать? Кликаем. Строительство. Генератор. Пока генератор строится, мы можем начать строить склад. Отправьте любого свободного солдата построить склад. Предположим, склад, значит, нам нужен, да? Окей. Так, кликаю. Выбираем склад. Начните строить командный центр прямо сейчас. В командном центре вы можете изучать новые технологии. Отправьте на эту работу свободного солдата. Технологии мне нужны. А в чем вообще суть? Ну, это игра Tower Defense, я знаю. Пока мы занимаемся с тобой строительством. А дальше, говорят, будет жестко. Так, командный центр. Тут теплица, оружейная, медицинский центр и верстак. Командный центр. Теперь нам нужно запустить генератор. Ему нужно топливо, чтобы работать. Так, нам удалось найти 10 литров топлива. Этого, наверное, мало, да? Так, предположим. Ага, вот. Энергия нужна для работы построек. Командный центр, медицинский центр, оружейная типа. Короче, все будет работать от генератора. Включаем. Теперь энергии должно хватить. Давайте построим верстак. Нам понадобятся механизмы для улучшения оружия. Стройматериалы плюс 5. Да? Это я, ребят. Хе-хе. Я отличаюсь от остальных рабочих тем, что у меня вот такой вот костюм. Темный. Я как бы командир. Слушай, а что у нас тут? Минус 30 градусов? Офигеть. Минус 30 градусов у нас здесь. Ты представляешь? Ну давай построим, что у нас? Верстак.
Пока верстак строится, мы можем запустить новое исследование в командном центре. Изучите конструкцию убежища. Хорошо. Конструкцию убежища мы с тобой должны тут изучить. Так, вот оно убежище. Оу, смотри, а что это дает нам? Так. Плюс 10 скорости постройки. Нам нужно усовершенствовать оружие солдат. Но для этого нам понадобятся детали. Мы собрали металлолом плюс 200. Давай сделаем из него детали. А где это вы собрали металлолом-то? Извини меня, где вы умудрились? Так. Детали. Это получается две детальки всего лишь будет у нас, да? У нас есть детали. Давайте улучшим солдата. Для начала нужно определиться с боевым классом. Затем вы сможете обновить свое оружие. С классом даже? Ну, предположим. Ага. То есть тут ближник, стрелок и еще стрелок. Броня, ну это будет чувак крутой, да, получается. Легкая пехота, плюс 20% к скорости передвижения. Броня 3. Основные модификации: разведчик-снайпер. Средняя пехота. Ага, и тяжелая пехота. А кого я могу построить-то? Любого, то есть легкая, быстрая скорость передвижения. У тяжелой вообще скорость передвижения никакущая, ребят. Но я думаю, что мне, наверное, нужен танк. В первую очередь нужен танк. Оружие. Ого, у него вот такой вот, я так понимаю, да, карабин стоит. Показывают вот это вот. Вот он взял себе автомат. А почему отмена-то? После постройки склада мы можем послать солдата на разведку. Поиск припасов – это основной источник полезных предметов. Имейте в виду, что солдаты быстро тратят энергию и могут получить ранения. Зашибись. Ребята, это мы пока с вами обучение проходим. Его можно было пропустить, но тогда бы я, наверное, ничего не понял. То есть я могу его отправить... Слушай, напоминает чем-то как Fallout Shelter. Тоже мы своих ребят отправляем. Что-то мы ускорили. А, вот он побежал. Побежал. И что? Вот он вышел в пустошь, типа. Похоже, разведчик нашел выход из этого места. Сейчас мы находимся в какой-то подземном комплексе. Выход ведет в многоэтажное здание. Ага, в многоэтажку. А вот и обслуживающий персонал базы. Они выглядят немного больными. Нам нужно построить оборонительное укрепление. Где у нас? Ого. А, да, ребята, они вон какие-то... больноватые. Что я сюда? Пока солдат двигается к месту постройки укрепления, нам надо отправить остальных солдат занять хорошие позиции, построить второй и третий этаж здания. Второй и третий этаж здания? А это уже мне напоминает Fortness TD. Помнишь, который мы играли с тобой? HD, Fortness HD. Так, я этого отправил сюда. А как мне построить второй и третий этаж? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Как? Эй! Ну-ка, может быть, вот это вот? У нас с тобой 150 деталей и все, что у нас есть. Только 150 деталей. Он стоит. Так. Требуется очень много времени, чтобы вставлять патроны в магазин по одному. Но у каждого солдата есть заранее заготовленные боеприпасы. Дайте солдату дополнительный магазин боеприпасов. Так, и что же? У каждого солдата есть одна особая атака. Эта атака может нанести большой урон. И используйте ее, чтобы уничтожить большое скопление монстров. Давайте активируем специальную атаку одного солдата. А тут еще монстры будут? Ты серьезно? Ваша задача продержать 10 волн монстров. Используйте дополнительные боеприпасы и специальную атаку для успешной обороны. Если оборонительное укрепление сломано, любой солдат может его починить. Продержитесь 10 волн. Отправьте одного солдата на поиски припасов. Сначала вам нужно построить склад. Внимание! Следите за уровнем энергии солдата в разведке. Энергия расходуется очень быстро. Что-то как-то пошло все быстро и стремительно. Кого, куда, тут что-то мы можем с тобой построить. Вот что вот это вот такое? Не знаю, ребята, я его отправляю туда. Нам сказали построить склад еще к тому же. Так, разведка. Как, куда, чего следить, блин, я нифига не понял.
Этот идет, например, сюда у нас. А, так это просто... Понятно. Это просто он здесь будет стоять. Ага, оборонительная. То есть, если я кликну сюда, пойдут монстры на меня? А какой у тебя радиус обстрела, братуха? Вот скажи-ка мне на милость, а? Вот какой у тебя радиус обстрела? Я могу сюда... Ага, на каждом этаже, что ли, по одному человечку? Ну, давай сюда одного поставим. Так, дальше что? Так, это понятно, это ресурсы. Надо выбрать его, выбрать. Почему выбирается он как-то непонятно? Или пока этот не добежит, я ничего сделать не могу? Вот это что за отсчет идет у нас, ребят? До следующей волны, что ли? Определиться, кем он будет. Навыки. Основные умения, так. Выносливость плюс 2%, снижение расход энергии. Давай. Я могу это сделать? Нифига я не могу. Что-то тут как-то сложновато для меня пока разобраться, если честно, ребят. Это как-то для меня сложно пока все. Оружие, какое мы ему поставим? Блин, не пойму как. Это прокачка идет. С пистолетом? А как закрыть мне это меню? А, отмена, да? Так, что вот это такое? Объясни мне. Вот это и вот это. Здесь, наверное, строить мы можем. Вот этот пришел на позицию. Машина. Нет проблем, сэр, говорит. Так, а... Строить, да? Склад. А ты построй, наверное, генератор. Конечно, без генератора мы здесь ничего не сделаем. А ты, братишка, построй. Блин, мне кажется, сейчас будет волна идти. Мы тут своей стройкой занялись. Машину можно чинить? Ох ты. Выбрать. Давай вот так вот. Construction complete. Ну мы сделали с тобой, да, здесь? А почему всего лишь 85%? Что ты можешь еще мне сделать? Запустить. Запустить, да? На десяточку. А у нас есть? Есть. Они приближаются. Кто? А главное, они приближаются, говорит по-русски. Ого. Они приближаются, ребята. Ты можешь машину починить? Я не знаю, для чего нам чинить ее. Давай чини. А это что такое? Вот это что такое, ребят? Ох. Это что он делает? Интересно, ну-ка. Ну нифига тут, ты посмотри. Мы же можем ускориться, да? Напоминает мне чем-то этот Dead Space игру. Там такие же монстры. Отлично. Красавчики. На-ка, получи, выкуси. 10 волн нам нужно продержаться, говорили. Насколько я помню. Давай чини машину. Что-то не хочется чинить. Давай. Так, двигатель. Минус 2 расхода топлива. У нас топливо 10. Ага, рама. Это прочность сделаем. Так, броня, турбина. Давай прочность, наверное. Исследуйте стационарный пулемет в командном центре. В командном центре? Его нужно вначале, наверное, сделать. Ну-ка, иди сюда. Давай посмотрим. Командный центр, вот он. Пускай строит. Так, а что ты можешь еще сделать? Или ничего пока? Пока разбираемся, ребята, с вами.
5 волн прошло, еще 5 волн будет через... Это, короче, отчет времени. Тут еще у нас, похоже, две мины какие-то стоит. Давай, давай, перезаряжай. Так, а что же... А вот что мне с тобой сделать, а? Тут у нас еще 5 гранат есть. Да? Они приближаются, а я вижу. Прекрасно. Давай, 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 давай. Ты вообще урод такой. Эй, этот бегун. Так, сколько? Последняя волна осталась. Блин, это только, я так понимаю, начало самое. Раскрамсули. До свидули. Ну тут все как по реалу. Перезарядку делает, да, смотри. Ай-я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 й. Фига он там. Шум рации. Прием, ты меня слышишь? Надеюсь, вы меня слышите. Мы приняли ваш сигнал бедствия и передаем координаты убежища. Отправляйтесь туда немедленно, внимание. Вы можете покинуть карту боя после 10 волн врагов. Покинуть территорию. Так, покидаем, да? Продолжить путь, автосохранение. Нет особого транспорта, автосохранение, остаться в убежище. Продолжить путь, наверное? Ну, я же нажал вроде. Ох ты. Это мы отсюда с тобой передвигаемся вот сюда, получается. Во-первых, вам нужно выбрать отряд, который будет выполнять поставленную задачу. Да, сейчас у вас только один отряд. Но это скоро изменится. В убежище раненые солдаты полностью восстанавливаются. О как. Выберите отряд. Но у меня только один солдатик. Ох ты. Хорошо, что есть еще выжившие. Я Элис, оператор убежища. Нам очень нужна ваша помощь прямо сейчас. Наша команда отправилась на спасательную операцию. И вот уже 3 дня от них не было никакого сигнала. Что нам нужно сделать? У нас нет людей, обученных сражаться. Судя по вашему оборудованию, у вас явно нет никаких проблем с этим. Вам придется найти отряд наших бойцов. Как только вы покинете убежище, я пришлю вам координаты их последней точки контакта. Хорошо, мы начнем поиски, как только сможем. Это кто? Вы хотите покинуть убежище? Да, мы выходим. Че, нам обратно, что ли, валить? Поиск припасов. Нашли, да? Ну, якобы. Только почему-то мы с тобой не дошли до этого. Сос. Немножко не догоняю, друзья мои. Что-то я как-то... Надо было, наверное, с первой части начинать игру. Это мой отряд, да? День третий, время осталось 00. Что мне сделать вот сейчас, вот в данный момент? Передаю координаты вашей главной цели. Постарайтесь заранее подготовить маршрут и не забывайте о портах и аэропортах. Ага. Вот сюда вот, что ли, вы хотите сказать, не бежать надо? Да ну, серьезно, что ли? Вот отсюда. Подожди, как-то надо. А, закончить день. Закончить день. Оу! Нафига я так сделал? Эй! Да я не могу понять, что происходит. Обалденно. Ничего не сказали. Можно нажимать, нельзя. Просто вот тык и все. Тут что-то можно раскапывать, смотри. Давай, родные мои, пока прикрывайте меня.
Так, что тут можно было где-то раскопать, я видел. Давай раскапывай. Ага, начинает ломать. Какой-то непонятный короб. Так, ты же можешь сюда встать? Вот так вот, прикрывай. Так, можно ускориться маленько, да? А, так тут еще... Тут еще могут с другой стороны, если что, напасть. Тут какой-то подвал у нас. О, я вижу там. Смотри-ка, тут тоже можно что-то сделать. Ломает. Им лишь бы поломать все. Что ты можешь, например, здесь мне построить? Давай посмотрим. Командный центр, генератор. Ну давай командный центр сделаем. А ты пойдешь пока вот сюда вниз. Вот сюда вот ломать будешь у меня. Его еще выбрать как-то. Все, он выбрался. Пускай бежит. Так, еще будет волна. Обязательно будет. Так, ты пока чини машину. Ты тоже чини. Этот начинает ломать. То есть, когда мы ломаем, мы с тобой... Берем ресурсы, да? Тут у нас получается энергия 98%, еды 98%. Видишь, мы получили деталей. О, тут много ресурсов получаем. А что, например, здесь можно влепить? Смотри-ка, какая-то пробирка. Медицина, выживание, оборона. Убежище можно прокачивать. Доски нужны, да, например? Так, электроснабжение плюс эффективность. Делаем генератор. Так, пока все хорошо. А как мы с тобой здесь сделали тогда защиту? Блин. Ну вовремя я начал делать. Ты хорош. Отменить нельзя. Все, начинает фигачить. Это он, короче, сейчас будет засада здесь. Ну как засада это? Защита. Эй. А, он в ближнем бою еще бьется. Ну, красавчик. Это ты хочешь сказать, что ты сделал? Наделал. Я не смотрю, что-то не то. Вот. Совсем другое дело. Они в этот момент перезаряжаются. Так, что у нас тут? Так. Это времени, да? То есть каждый человечек должен находиться возле своего, да? Поста, так понимаю. Или нет? Или это не обязательно? Ну-ка. Если мы перейдем сюда, а? Ага, тут все на автомате уже. Тут еще исследование у нас. Выживание. Так, 0% основы выживания, 3% безопасности в рейдах и 1% к урону в ближнем бою. Учим. Учим, да? Так, остаться в убежище, наверное, да, нам надо. Эть. Блин, ну все равно, ребята, он на автоматически завершает ход. Значит так, нам нужно с тобой вот сюда попасть. Вопрос. Каким образом? Поиск транспорта. Ребят, я не понимаю, что... Что происходит? Поиск транспорта, ну... Так, дальше нам сюда вот можно пройти и закончить день? Получается, что... То есть у нас заканчивается день, да? Мы с тобой находимся. В какой-то зоне. Еле-еле ходит, но он потому что у нас танк. То есть вот то, что я вот это вот строю, это на время или это на совсем? Во всех этих миссиях, если мы сюда, например, вернемся, это уже будет стоять, да, я так понимаю? Улучшение. Не надо мне это пока. Вставай сюда. Ты вставай сюда. Ты вставай сюда. А ты вот сюда вставай. Этот ломает у нас, да? Этого могу отправить в разведку, ведь так? Ведь могу я тебя отправить в разведку, парень?
Он что-то не хочет идти. Сказал, иди ты со своей разведкой куда подальше. Вот прям так и говорит мне. Рюкзак. Тут таблетки, если что, мы можем с тобой... Ну, вот это что, например? Твою же налево. Как узнать, что это? Здоровье, броня, энергия, голод, жажда. Молодцы, красавцы. Где опознавательная фигня, чтобы я знал, что это такое? Без понятия, ребят. Это никак не отмечается. Чините машину. Так, ты можешь что нам сделать? Командный центр, предположим. Иди туда наверх. Ты тоже наверх. То есть игра такая неспешная, да? Развивайся потихонечку. Генератор пускай здесь у нас будет стоять. А здесь мы поставим с тобой склад. А ты разбирай давай. Что он делает? Болгаркой, правильно. Генератор у нас уже с тобой стоит. Мы тратим горючку. Зачем нам горючки столько туда потратить? Ну-ка. Окей, что ты еще можешь, например, построить? Ничего. Все пока на максималке. Этого можно сюда выставить. Исследование завершено, говорит. Единственное, не могу понять. А, вот, исследование когда завершается, у нас с тобой автоматически доступна вот эта пробирка. Ловушки. Чего не хватает? Досок, что ли? Доски где у нас? Все есть, все нормуль. Че ты? Это вот это время, да? Скорее всего, ребята, вот это вот время у нас исследования. Или вот это вот время исследования. Сейчас посмотрим, что быстрее сработает. Тут, извини меня, сколько? 96 минут? А не слишком ли дофига-то? Теплица, фильтры, отопление, кухня. Нам сказали, что лучше все делать верстак. Исследование завершено. Исследование завершено. Убежище. Так, это что у нас такое? Медпункт. Эффективность. Время работы 30 минут. Пускай будет. Не доделал, ушел, а? Так, здесь все, ребята. Здесь больше нам делать нечего. Остальное идет вот от этих зданий все. Верно? Так, продукты, семена, топливо, металлолом, витамины даже всякие. Враг приближается. Враг приближается, ребята. Исследование завершено. У нас есть с тобой оружие. Вот такое. Вот, пускай стреляет. А есть снайперская винтовка или еще что-нибудь в этом роде? Было бы прикольно, да? Со снайперки пошмалять. Вот прикольно, он стреляет. Ха. Так, здесь у нас все стоит, все на месте, все под контролем, ребят. Исследование завершено, да? Оборона. Это что у нас такое? Защитные сооружения. Так, скорость постройки, все защитные постройки. Время работы 30 минут. Активируем. Окей. А как тебе сделать, чтобы ты быстрее перезаряжался? Ага, вот так вот. То есть кликаешь, и он сразу же весь магазинчик, да? Берет. Тут можно что-то вот так. Прицельный огонь, да? Ну-ка посмотрим. Исследование завершено. Я понял. Нам нужно всего лишь сколько? 10 волн с тобой? А, тут 5. Тут всего лишь 5 волн. Выживаем и сматываемся отсюда.
До этого хламона мы сейчас быстренько с тобой зачекрыжим. Так, и следующее улучшение обороны в командном центре. Понял. Ну все, 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 последний. Ага. Последний, конечно. Не-не-не-не-не, ты куда? Так куда ты пошел? Вернись. Так, оборону, наверное, с тобой. Или лучше убежище все-таки. А это что у нас такое? Так, эффективность. Так, время работы 30 минут. Что-то изучаю все, изучаю потихоньку. Давай этот. Как его перезарядить-то сразу же, а? Парень, давай перезаряжайся. И ты тоже. Я, если честно, вот мы обучение свое прошли, но, по-моему, не до конца, да? Ты что-то не доделал, по-моему, парень. Тут не доделано же. Склад, там склад недоделанный, правильно? Так, это все нам не нужно. Это все тоже не нужно, это рюкзаки. А как, где менюшка у нас, чтобы использовать все, что у нас есть? М? Командный центр где? Вот это вот? Энергия нужна для работы, это генератор. Это генератор, вот это вот у нас. Так, секунду. Медикаменты, бинты, обезболивающие. Слишком тут замудрили, друзья мои. Ну уж слишком замудрили, если честно. Я запутался. Так, это значит у нас лечит от радиации, от кровопотери. Угу. А это питание. Вот, теперь хотя бы показано, что к чему и почему. Они приближаются. Они приближаются. С таким голосом. Они приближаются. А мне нужно построить что? А мне нужно отопление. Нифига у нас там... А, 27 в плюсе. Где там у тебя хламоны? Давай. Давай. Кроши их. Что, сделал, да? Красавчик. Строим материалы, все дела. Ой-ой-ой, а что он такой серьезный-то, эй? Какой пистолет? Парень, тут, по-моему, твоя помощь нужна. Давай, родные мои. Ух. А чё такой серьезный чувак-то? Ё-моё. Офигеть, давай еще мне главного персонажа завалите. Да. Трындец, ребятушки. Не, ну мой персонаж справляется, причем довольно неплохо. Один. Мне сразу захотелось этот сыграть в игру, знаешь, там где выживание это во время войны. Посмотрел на них и, блин, а этого, я так понимаю, все уже не оживить, да? Оу. Че, нормуля, куда он пошел такой бедный? Надо его. Слушай, а он восстанавливает здоровье сам. Можно поставить обратно баррикаду? Сделай, парень, дело доброе. Это потому что я всех увел от окна и сам видел, да, что там произошло. Иди сюда, no problems. Вот тебе no problems, давай. Что у нас тут? Электричество.
А ты что можешь тут еще заклепать? Так, механизмы. Верстак уровня 2. Так, нужно исследовать в командном центре. Сложные детали. Детали, стройматериалы, хлам, металлолом. Это он сейчас делает. Да, это верстак, и он там делает все это. Окей. Так, парень, иди. Я не могу понять, я тебя взял или не взял? Если ты встанешь сюда, что ты будешь тут исследовать у нас? А, все, понял, ребята. Вот, это как раз идет на исследование, смотри. Убежище, давай, наверное, прокачаем с тобой. 10% скорости постройки. А этот будет много делать деталей или как? 51 секунда. Я же могу ускорять время, да? Могу. Я могу отсюда уйти. Ё-моё, ребят, приготовились. Я офигею, этот жиробас. Ты посмотри, фиг пробьешь, а он тут не один. А фиг ли ты стоишь-то? Он себя плохо чувствует, что ли, или что? Твою же налево, блин, ему поплохело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парень, бросай гранату, у тебя есть граната. Уходи. Ничего себе. Мы не справляемся, ты прикинь. Что с тобой не так, парень, а? Друзья мои, они же сейчас наверх пойдут, верно же? Ё-моё, ну это действительно ад кромешный. Ай-яй-яй. Они идут наверх. Они идут наверх, да хорош там делать свои... Нет, ты издеваешься сейчас в данный момент, а? Кали, кали, кали. Ай. Это зомби, что ли, стал? Ё-моё. Раскромсали, короче, меня, ребятушки. В зомби превратился. Ты понял, когда... Когда мы долго не спасаем нашего персонажа, он превращается в зомби. Мы получили ваш сигнал бедствия и высылаем вертолет для эвакуации. Продержитесь немного, скоро прибудет подкрепление. Рестарт автозагрузка, переиграть бой. Да, друзья мои. Переиграть бой. То есть не все так просто, понимаешь? Но тут действительно можно переиграть бой, то есть как бы мы ничего не теряем, наш отряд в целости и сохранности. Но пока я разобрался, что к чему и почему, в общем, ребята, пишите в комментариях, как вам игрушка. Причем я вижу здесь, видишь, три персонажа, вот наш самый главный, а вот этих нам нужно, видимо, спасти. Скорее всего, да, если мы спасем, они, наверное, присоединятся к нам в отряд, скорее всего. Надо будет уточнить. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.